Трактирщик, кружку Эля. Будет битва. Сэр Дэниел Брэкли приказал собрать всех, кто может держать в руках оружие. Опа! Пречистое дело. Скорее бы уж хоть кто-нибудь захватил трон. Или Йорк, или Ланкастер. Совсем разорили нашу бедную старую Англию. А бароны дерутся, а мы едим траву и корни. А на чьей стороне, сэр Дэниел? Наш барон ложится спать сторонником Ланкастера, а просыпается сторонником Йорка. И сражается только на стороне своего кошелька. Сэр Дэниел ждет нас в Кетли. В замке вы все получите оружие. Отправимся в путь до вечернего звона. А кто из вас видел Эпплиярда? Он там, на берегу. Ник! Ник Эпплиярд! Сэр Дэниел шлет тебе привет и просит немедленно принять начальство над замком Мот. А куда отправляешься? Ты сам, мастер Хэтч. А я отправляюсь в Кетли к сэру Дэниелу и беру с собой всех, кто может сесть на коня. Предстоит битва, и наш барон требует подкрепления. А кого же в таком случае ты оставишь мне? Я оставлю тебе 6 добрых молодцов. Ну и священника сэра Оливера в придачу. Брось валять дурака, Бен. Ты же не хуже меня знаешь. Для защиты замка нужен человек 40, не меньше. Вот поэтому мы к тебе и обратились. Ну скажи, никто кроме тебя может защитить замок с таким гарнизоном? Когда болит мозоль, вспоминают о старом башмаке. Да и правда, молодые не на коня сесть не могут как следует, не алебарду держать. А как они стреляют? Святой Михаил. Ну вот скажи, Бен, какой выстрел ты назвал бы хорошим? Ну, если чья-нибудь стрела долетела бы отсюда вон до той опушки леса. Да, это был бы неплохой выстрел. Что ты там увидел? Птицы, Бен. Что птицы? Птицы хорошие часовые. Если бы мы сейчас были в военном лагере, я бы сказал, что нас выслеживают. Брось, старый ворчун, не пугай ты нас с мальчиком, а? За что его убили, Хэтч? Одним святым это ведомо. Странная стрела. Черная. Эпплиярд дует Джоном еще за всех. Мир вам. Эпплиярд? Святая Дева, да защитит нас Господь. За что его убили, Хэтч? Кто его убил? Он убит черной стрелой. А вот послание, которое прилетело вместе с ней. Джон, мщу за всех. Кто бы это мог быть? Сэр Дэниел примкнул опять партии Ланкастера и находится в немилости у лордов партии Йорка. Это они. Они нам нанесли удар, Хэтч. Народ так ненавидит всех нас,
что для бунта не нужно ни Ланкастера, ни Нью-Йорка. По вашему приказу и по приказу сэра Дэниела мы со старым Эппельярдом выгнали из домов по крайней мере 40 христианских душ. А сколько пролито крови? Вот Эппельярд и заплатил свой долг. Да, сэр Дэниел правит слишком сурово. Прощайте. Сэр Дэниел ждет подкрепления. Кто будет защищать замок Мот? Эппельярда больше нет. И мне нужно, чтобы рядом со мной находился преданный мне человек. Вы останетесь, Хэтч. А подкрепление сэру Дэниелу поведет Дик. Что это? Опять. Это проклятая черная стрела. Мои черные стрелы вонзятся в черные сердца убийцы Гарри Шелтона. Гарри Шелтон? Отец? Одной стрелой я расплатился с Эппельярдом, еще трех убийц Гарри Шелтона ожидают мои черные стрелы. Джон, мщу за всех. Эппельярд и еще трое. Подозревать Эппельярда в убийстве твоего отца по меньшей мере странно, Дик. Верить какому-то разбойнику. А как был убит мой отец? Хэтч. Ну, разные ходили слухи. Но тебе пора, Дик. Я отправлю с тобой письмо сэру Дэниелу. Дик, соблюдайте крайнюю осторожность, пока не минуете лес. Да, мастер. Предстоит битва, и поскольку один Господь знает, увидимся ли мы с вами еще раз, вот вам мой последний совет. Остерегайтесь своего опекуна, сэра Дэниела, да и священника тоже. И поминайте в своих молитвах меня, Беннета Хэтча. На этой земле немало негодяев похуже, чем я. Мастер. Желаю удачи. Желаю удачи. Скоро сменим. Зоры расставлены. Ступай сюда. На, ешь. Не хочешь? Клянусь распятием, какой крепкий мальчишка. Вы позвали меня, сэр Дэниел, для того, чтобы посмеяться над моим печальным положением? А почему не посмеяться? Если бы ты мог видеть себя со стороны, то первый бы расхохотался. Когда вы будете платить за все? Да. Вы заплатите и за это. А пока смейтесь сколько угодно. К чему сердиться? Ты еще будешь благодарить меня, когда я устрою твой брак. Правда, я получу за это не меньше 1000 фунтов. Так что хорошо будет и себе, и мне. Да хранит вас небо, сэр Дэниел. Как? Дик Шелтон? А где же мастер Хэтч? Вам письмо, сэр. Прочтите, что пишет сэр Оливер, и все узнаете. И поторопитесь. По пути я встретил гонца, он сказал, милорд Райзингем осажден в своем замке сторонниками Йорка,
и ждет от вас помощи. Как ты сказал? Осажден в своем замке? Нет, Дик, мы будем во весь опор сидеть здесь. Кто тише едет, тот дальше будет. Запомни это, Дик. Селдон, да? Построй скотов, которые пригнал Дик. Хочу поглядеть на них. Да, сэр. Не подавайте виду, что вы слышите меня, умоляю вас. Окажите мне услугу. Объясните, как можно скорее пройти в Холливуд. Умоляю, помогите бедному несчастному, попавшему в беду. Иди мимо болота. Тропинка доведет тебя до брода через реку. Там скажут, как идти дальше. Ой, клянусь распятием. Какие жалкие псы. Во время битвы я всех вас пущу вперед. Таких, как вы, беречь не стоит. А ну-ка, дайте рассмотреть этого старого дурака. Двухлетний баран верхом на свинье больше похож на солдата, чем он. Клипсби, и ты здесь, паршивая крыса. Но тебя точно жалеть не стану. Ты поедешь впереди, на груди у тебя будет нарисована мишень, чтобы стрелки неприятеля не промахнулись. И так договорились, ты поскачешь впереди и будешь показывать нам дорогу. Я покажу вам любую дорогу, сэр, кроме той, которая ведет к измене. Хорошо сказано. Прощаю тебе это веселое слово. Селдон. Да, сэр. Накорми людей и коней. Пошли. Дик, ты читал записку этого Джона Мчуда всех? Да. Там поминают твоего отца. Его убийстве подозревали некоего Декворта, но время было смутное, и добиться правосудия нам не удалось. А отца убили в замке Мод? Между замком Мод и Холливудом. Ты вернешься в замок. Там мало людей. Сэр, ну позвольте мне принять участие в битве. Я буду храбро сражаться. Не сомневаюсь. Но нас, Дик, не ждут воинские почести. Я буду сидеть в Кэтле до тех пор, пока не станет ясно, кто победит в этой войне, Йорк или Ланкастер. И тогда присоединюсь к победителю. И не говори мне, что это трусость. Лорд Здравый Смысл всегда сидит и ждет. Прощай, Дик. Скачи в замок. Держи коня. Сэр Дэниел, вы теряете прекрасный случай заслужить славу. Мы разбили передовые отряды Йорка. У вас свежие силы. И вы можете решить исход битвы. Прекрасно. Я и сам собирался выступить. Трубить поход. А ну, живы, ребята! Живо, скорее! Сэр, доспехи! Да, сэр! Эй, Джон! Джоанна! Клянусь распятием, где девчонка? Какая еще девчонка? Никакой девчонки я не видел. Ну, мальчишка, дурак, неужели ты не разглядел, что это была девка? Я видел его, то есть ее, когда она седлала лошадь. Она принесла бы мне не меньше 1000 фунтов. А может, даже больше. Сэр Дэниел. О какой 1000 фунтов вы можете говорить, когда там, сейчас, решается судьба Англии? Хорошо сказано. Селдона возьмешь 5 лучников и отыщешь девчонку. Да, сэр. Пошли. Привезешь девчонку в замок Мод.
Будешь ждать меня там. Отвечай за нее головой. Да, сэр. Ребята, а теперь будем биться под знаменами Ланкастера. Ты здесь? Я избавил твою лошадь от мучений. Клянусь небом, если бы ты был помилосерднее, сам бы пристрелил ее. Бедный мальчик, но у меня нет оружия. Как ты смеешь называть меня мальчиком? Я наверняка старше тебя. Я вовсе не хотел тебя обидеть. Напротив, я хотел просить тебя о помощи. Я сбился с дороги и потерял коня. А главное, я такой грязный. Вздор. Кровь, раны, грязь, странствия украшают мужчину. Опа! Тогда я предпочитаю некрасивых мужчин. Садись. Потом поменяемся. Так будет быстрее. Ой. Как тебя зовут? Зови меня Джон Мэтчем. А зачем тебе нужно в Холливуд? Аббат Холливуда всегда защищает слабых. А как ты попал к сэру Дэниелу, Джон? Он выкрал меня из родного дома. И, кажется, купил право на устройство моего брака. По его словам, он мой опекун. Я знаю, он и твой опекун. Бедный мальчик. Не смей называть меня мальчиком. А ты хочешь, чтобы я называл тебя девушкой, добрый Ричард? Терпеть их не могу. Если ты не любишь девушек, ты не настоящий мужчина. Ибо Господь нарочно разделил род человеческий на две части и послал в мир любовь для одобрения мужчин и утешения женщин. Ну что ж, ты заяц коня. Я мечом или кулаком на твоей собственной особе покажу, мужчина я или нет. Я не воин. И потом, я не хотел тебя обидеть. О женщинах я заговорил только потому, что я слышал, будто ты скоро женишься. Женюсь? На ком? На Джоанне Сэдли. Это затея сэра Дэниела. Он получит деньги у жениха и невесты. Мне говорили, несчастная девушка очень огорчена. Может быть, она так же, как и ты, питает отвращение к брачной жизни. А может быть, ей просто не нравится жених. От свадьбы? Так от смерти никуда не уйдешь. Если мне придется жениться, я плакать не стану. Слушай, а какая она, красивая? А тебе не все ли равно? Если тебе придется жениться, ты женишься. Какая тебе разница, урод она или красавица? Это все пустяки, мастер Шелтон. Если тебе придется жениться, ты плакать не станешь. Хорошо сказано, мне все равно. Да, приятный муж будет у твоей жены. У нее будет такой муж, какого она заслуживает. Несчастная девушка. Чем же она несчастна? Она выходит замуж за человека, сделанного из дерева. Я, вероятно, действительно сделан из дерева. Раз ты едешь на моем коне, а я иду пешком. Прости меня, Дик, я не хотел тебя обидеть. Я пошутил, Дик. Глупости. Я не обидчив. Кто тут рубит? Они заметили, что я убежал. Они меня поймают. Дик, помоги мне, Дик. По-моему, я только то и дело, что помогаю тебе. Слушай, Джон Мэтчем, я Ричард Шелтон. Обещаю тебя доставить целым и невредимым в Холливуд. Прибодри же, сэр Трус, и пришпорь коня. Скорее! Передохнем немного.
Дик, он за теми холмами... Мария! Ой. Клянусь небом, ты спас мне жизнь. Я плаваю, как пущенное ядро. А я умею плавать. Вот мне урок. Никогда и никого не презирать. Я обещал охранять тебя, выходит так, что ты охраняешь меня. Теперь мы с тобой друзья, Дик. Конечно. Ты по-своему храбрый малый. Ну что, отдышался? Теперь придется идти пешком. Конь-то убежал. У меня нога болит. Ну, обопрись об меня. Ой, дождь пошел. Ничего, не размокни. Тебе хорошо говорить, ты уже искупался. А мне не хочется. Клянусь распятием. Град! Ноги, трусишка. Ладно, долг платежом красен. Я перенесу тебе. Какой ты слабенький, Джон. Мальчишка из тебя получился. А девчонка была бы ничего. Красивая. Ты так считаешь? Я, конечно, пошутил. Ты будешь настоящим мужчиной. Интересно, кого из нас быстрее посвятят в рыцари? Сэр Ричард Шелтон. Красиво звучит. Ладно. Сэр Джон Мэтчем тоже неплохо. Элис! Элис! В лесу люди сэра Дэниела. Они ищут кого-то. Они ищут нас и найдут свою смерть. И убийцы Гарри Шелтона не уйдут от расплаты. Эппельярд был лишь глотком виски перед обедом. Идем в Холливуд. Холливуд? Идти в Холливуд, когда слуг моего опекуна могут перестрелять, как перепелок. Неужели ты меня бросишь? Конечно, брошу. Я должен их предупредить. Дик, ты поклялся всеми святыми, что доставишь меня в Холливуд. Я выполню свою клятву. Но сначала я должен предупредить людей сэра Дэниела. Эти люди охотятся за мной. Ну что ж поделать, Джон. Я не могу иначе. Их ждет смерть. Смерть. Подумай об этом. Ричард Шелтон, неужели ты собираешься сражаться на стороне сэра Дэниела? Ты слышал, что сказал этот Элис? Он сказал, Гарри Шелтон. Гарри Шелтон твой отец, и это ясно, как божий день, что сэр Дэниел виновен в смерти твоего отца. Ты хочешь, чтобы я поверил этим разбойникам? Сэр Дэниел заменил мне отца.
Я играл и охотился с его людьми. И вдруг я брошу их в минуту опасности. Если я их брошу, я потеряю честь. Ты ее потеряешь, если нарушишь клятву, которую ты дал мне. Клялся или не клялся, мне на тебя наплевать. Чего ты бежишь за мной? Отстань. Я бегу, куда хочу. Нет, ты отстанешь, клянусь Богородицей. А, какой ты смелый, стреляй. Прошу тебя, уйди по-хорошему. Я никуда не уйду от тебя, Дик. Ты с ума сошел, дурак. Я иду к твоим врагам. А мне все равно. Я останусь с тобой до конца. Ладно, иди за мной, но если ты будешь мне мешать, я тебя пристрелю, понятно? Проклятая девчонка. Теперь ищи ее по всему лесу. Куда она подевалась? Стрелять! Это молодой Шелтон! Бежим! Скорее! О, Дева Мария! Вставай же! Ну, вставай! Быстрее! Жаль, что нечего есть. Из-за ужина ты волнуешься. А то, что на твоей совести смерть шестерых людей, тебя это не трогает. На моей совести? Да ты трус, Дик. У всякого, кто сильнее тебя, ты будешь валяться в ногах. А смерть твоего отца осталась неотмщенной. И напрасно его несчастный дух взывает о возмездии. Тебя, Джон, следует хорошенько вздуть. Потому что ты самый неблагодарный человек, которого встречал когда-нибудь. Вот что ты получишь на ужин. Скажи, что ты не прав. Нет, я был прав. Я хромаю, я устал, и я не сопротивляюсь. А тебе что я сделал плохого? Так бей же меня, трус. Ладно. Черт с тобой. Если у тебя слабые руки, придержи язык. Бить я тебя не могу. Пусть меня лучше повесят. Надо идти в Холливуд. А то и до утра не дойдем. Устал? Дик, у меня нет сил больше двигаться. Давай отдохнем. Святая Мария, как я хочу спать. Колокольчик.
Неужели мы так близко от Холливуда? Что это? А? Кто-то идет. Смейся надо мной. Но мне этот странный звон не нравится. Кто может ходить по лесу с колокольчиком? Да, в этом звоне есть что-то тоскливое. Прокаженный. Святая Богородица! Он видит нас! Вздор! Он просто прислушивается. Он же слепой, дурак! Видит нас! Клянусь, он видит нас! Это мне совсем не нравится. Почему умолк колокольчик? Не стреляй, Дик! Неужели ты не узнаешь друга? Сэр Дэниел. Ты чуть было не убил своего опекуна, мошенник. Сэр. А этот? Как ты его называешь? Джон Мэтчем, сэр. Он говорит, что вас знает. Знает. Он в обмороке. И клянусь честью, ему не раз приходилось падать в обморок. Знаешь, Дик, нам не повезло в этой проклятой битве. Скажу больше, нас разбили. Но почему в таком странном наряде? Да потому что в моем собственном Тенстолском лесу мне угрожает смерть. А этот наряд самый безопасный. Услышав мой колокольчик, все в ужасе разбегаются. Вот я иду. И натыкаюсь на себя и на Мэтчема. По многим причинам я удивился, увидев вас вместе. Джон, это не прокаженный, это сэр Дэниел. Идите за мной. Через час мы будем в замке Мод. Больше никогда не увидишь Джона Мэтчем. Здор, теперь мы будем часто встречаться. Джон! Картер, почему у вас такой похоронный вид? Из битвы в замок вернулось только два десятка человек. Из них трое тяжело раненых. И не в битве, а в лесу. Перестреляли, как зябликов, а кто неизвестно. Джон! Ребята, нас разбили, но мы снова сядем в седло. У меня есть добрый друг, лорд Грей. Он нам поможет. Я написал ему письмо. Не хватает главного, гонца. В лесу появилась шайка какого-то Джона Мщу за всех. Наверняка они следят за замком. Если позволите, сэр, я готов рискнуть. Хорошо, дикий лучник. Если доставишь письмо, я тебя озолочу, но помни, дело нелегкое. Ты выйдешь ночью и поползешь, как лисица. Картер, что ты знаешь о смерти моего отца? Ничего я не знаю. Да и откуда мне знать? Что с Картером, Дик? Он побежал от тебя, как черт от ладана.
Я спросил, что он знает о смерти моего отца. Да? И что же он тебе сказал? Ничего. Сэр Оливер, где Мэтчем? Его вы больше не увидите, Дик. Я хочу знать, где он. Мэтчем пришел сюда не по доброй воле. Слишком много тайн кругом. И мне они надоели. Хэтч, я чувствую здесь... Мастер Дик, я знал вас еще ребенком. Вы были хорошим учеником, и я сделал из вас настоящего воина. И мне будет очень жаль, если... В общем, для вас будет лучше, если вы некоторые вещи оставите в покое. Вашими вопросами вы перепугали Картера и священника. Они сейчас наверняка у сэра Дэниела. Когда он начнет вас допрашивать... Думайте над каждым вашим словом. Хэтч, я чувствую, здесь пахнет нечистой совестью. Если вы не станете умнее, то вы скоро почувствуете запах крови. Мастер Шелтон, вас ждет барон. Сэр, Дик Шелтон. Вы звали меня? Сэр Дэниел. Да, я звал тебя. В час, когда мне грозит смертельная опасность, когда мое имя запятнано, когда леса полны людей, которые жаждут моей гибели, что делаешь ты, мой воспитанник, которого я растил как сына? У меня остался маленький отряд преданных людей, а ты своими коварными нашептываниями отравляешь им сердца. Чего ты хочешь? Говори. Мы на все готовы дать тебе ответ. Сэр, моего отца убили, когда я был младенцем. До моего слуха дошло, я ничего не хочу скрывать, что вы причастны к его гибели. Так. Ты считаешь, что я способен быть опекуном сына того человека, которого я убил? Простите меня, но вы отлично знаете, что быть опекуном очень выгодно. Разве вы не пользовались доходами с моих земель? И еще получите деньги за мой будущий брак. Удовлетворит ли тебя мое честное слово? Да, сэр. Даю тебе честное слово. Клянусь Святой Богородицей, что я ни прямо, ни косвенно не повинен в смерти твоего отца. Пусть сэр Оливер тоже даст клятву. Он даст клятву. Клянусь небом, вы дадите клятву. Клянитесь. Дик, узнай, откуда прилетела стрела. Да, сэр.
погребенному от Джона мщу за всех. Значит, они знают, что я дома. Кто этот проклятый Джон мщу за всех? Вы дали страшную клятву. Теперь вы прокляты во веки веков. Да, болван, я дал скверную клятву, но ты дашь такую же. И если Дик не поверит себе, я прикажу переселить его в комнату, откуда исчезают. В комнату над часовней? Да, в ту самую. Итак, если хочешь спасти мальчишку, спасай. Я выбираю зло ради добра. Я дам клятву, чтобы спасти его. Так-то лучше. Ты останешься с Диком наедине. Но я буду присматривать за вами. Дозорные на стенах, говорят, стреляли из леса. Ричард Шелтон, ты потребовал от меня клятвы. Клянусь святым крестом Холливуда, я не убивал твоего отца. Ричард Шелтон, клянусь святым крестом Холливуда, я не убивал и не предавал твоего отца. Барон велел вам перебраться, мастер Дик, в другую комнату. Зачем? В какую комнату? В комнату над часовней. В ней же давно никто не жил. Это хорошая комната. Закрой дверь скорее, замок полон шпионов. Леди Джоанна! Да где же она? Она побежала туда. Джон! Дик, я еще утром тебе сказал, что ты больше не увидишь бедного Джона Мэтчима. Ну как же?
клянусь небом. Ты и есть та самая Джоанна Сэдли, на которой меня решил женить сэр Дэниел. Да. И Мэтч может подтвердить, что ты согласен. Леди Джоанна, где же вас спрятали? Я обыскал весь замок, всех спрашивал. Дик, за меня не беспокойся. Мне ничего не грозит. А вот тебя сегодня или завтра собираются убить. Я сама слышала разговор священника с сэром Дэниелом. По правде говоря, догадывался. Вот зачем они переселили меня в эту странную комнату. Дик, я останусь с тобой. Я буду драться. Я даже украла кинжал. Если... ты умрешь, я тоже умру. Джоанна, клянусь небом, ты самая лучшая, самая верная, самая храбрая девушка в Англии. Дик, в комнате под нами кто-то ходит. Под нами нет комнаты. Это убийца идет по тайному ходу. Где она? Она здесь. Я видел, как она забежала в этот коридор. Дик. Мы погибли. Они не успокоятся, пока не найдут меня. Я выйду к ним, ты убежишь. Я выйду к ним. Джоанна, знай, ждет ли меня жизнь, ждет ли меня смерть. Я люблю тебя. А ты? Глупый. Разве я была бы здесь, если бы не любила тебя? Их не будь ослом! И 7 спящих рыцарей проснулись бы от такого шума! Мы знаем, что нас здесь! Открывай! Открывайте, леди Джоанна! Открывайте! Мы взломаем дверь! Потайной ход! Быстрее вниз! Дик, пробивайтесь к башне над рвом. Там окно без решетки и веревка. По ней дикий лучник только что спустился из замка. Быстрее. Вон они, на стене! Нам нужно туда, быстрее! Стой! Бежим, быстрее! Скорее, лезь! Быстрее! Я не могу, я не могу, я не могу! Спасайся один! Я буду ждать тебя, всегда запомни! Мать, чёрт!
Сэр, на той стороне столько сена, я подожгу его. Ага, стрелу! Нет! Держи! Уберите девчонку! Пустите! Пустите меня! Ушел. Дикий лучник. И мне ничего не оставалось, как прыгнуть в ров. А дальше вы все знаете. Святые угодники оберегают тебя, Дик Шелтон. И они привели тебя к другу. Ты не узнаешь меня? Нет. Правда, ты был еще маленьким. Я Элис Декорт. Вы знали моего отца. Мне рассказывали. 9 лет назад я отправился воевать во Францию. Был ранен, попал в плен. Бежать удалось только 1,5 года назад, а когда вернулся, узнал, что я нищий. Дэниел Брекли разорил и свел могилу моего отца. Сэр Дэниел. Да, барон Дэниел Брекли, будь он проклят. 9 лет назад он убил и твоего отца, захватил ваши земли. По умыслу барона, сэр Оливер, священник, завлек твоего отца в западню, и Дэниел Брекли вместе со своими подручными Эплиардом и Хэтчем... Хэтчем? Убили его. И тогда я решил мстить за всех обездоленных баронами. В замке, думают, вас много. А нас всего 5. Теперь 6. Кровь моего отца на ваших руках. И настанет день, когда я убью вас. И если вы попытаетесь выдать замуж леди Джоанну Сэдли, на которой я дал клятву жениться сам, день этот наступит скоро. Ричард Шелтон. Леди Джоанну сегодня перевезли в город. Дэниел Брекли выдает ее замуж за лорда Грея. Венчание завтра. Дом в конце улицы. Высокая стена, рядом окно. Встречаемся вечером. Дарыня,
Умоляю вас, простите. Какой-то вы странный монах. Как вы сюда попали? Вы шпион. Вы сторонник Йорка. Сударыня, я не шпион. Я пришел сюда увидеть девушку, которую я люблю. Мое имя... Разговаривать будете потом. Ждите здесь и никуда не уходите. Леди Джоанна, к вам пришли. Кто? Монах какой-то. Кто вы? Что вы здесь делаете? Дик! О боже, тебя могут убить! Джоанна, ты говорила, что любишь меня. Я безумец поверил. Так это правда. Ты выходишь замуж. Дико, что я могу сделать? Сэр Дэниел насильно выдает меня. Если бы можно было помочь горю слезами, я бы выплакала себе все глаза. Я молилась, не переставая. Но небо глухо к моим мольбам. Пока мы живы, мы должны надеяться. Скажи только, любишь ли ты меня? Да, да, да! Надо уходить. Скоро они хватятся карлика, и тогда тебе отсюда не выбраться. Жди и надейся. Ты носишь с собой мое сердце. Элис, я ее видел. Можем идти. Прочтите. Лорду Грею. Позвольте дать вам совет. Не женитесь. Джон, мщу за всех. Признаюсь, до сих пор я не очень-то верил в эту историю о черной стреле. И этом Джонни мщу за всех. Может, отложить венчание? Ерунда. Бояться каких-то оборванцев. И все-таки... А как же утреннее мессо? Свадьба сегодня. Проваливайте отсюда. Путь один. Через чердак. Хью. Да? Привяжи веревку к стреле и... Понял, Элис. Не подпускать, проклятые лентяи!
Менестрель, спой песню для жениха и невесты. Хвала и мужу, и жене, когда они живут в любви, их душу с телом наравне, на каждый час Господь благослови, и в полном счастье пусть их жизнь пройдет. Сомнения нет, блажен и тот, кто добродетель чтит в себе, как той, кого избрал одну, и кто на радость взял жену. Подругу в жизни и судьбе. Во имя Отца, Сына и Святого Духа, согласен ли ты, Томас Грей, взять в жены Джоанну Сэдли? Согласен. Согласна ли ты, Джоанна? Дик. Держите его! Дик! Это Дик Шелтон! Дик! Пудло! Отпустите меня! Отдайте! Из города выходить по одному. Стой! Что? Простите, сэр. Отведи их к сэру Дэниелу. Там разберутся, кто они такие. Давай, давай. Быстрей. Схватить и повесить этих храбрых джентльменов. Сэр, вы подоспели вовремя. Вы так хорошо владеете мечом, что я уверен, справились бы и без меня. Как вы узнали, кто я? Даже сейчас не знаю, с кем я говорю. Зачем же тогда, чертя голову, вы ринулись в эту неравную битву? Я увидел, как один человек храбро сражается против многих и счел бесчестным не помочь ему. Слова, слова. Отважные слова, не более. Подождите. Я не знаю самого главного. За кого вы стоите? За Ланкастер или за Йорк? Сэр,
Девушка, которую я люблю больше жизни, захвачена негодяем, стоящим за Ланкастер. Так что я стою за Йорк. Клянусь небом, вам повезло. Я Ричард Глостер. Милорд. А вы как вас зовут? Ричард Шелтон, милорд. Вас зовут так же, как и меня. Это предвещает удачу. Там мои враги, Шелтон. Вероятно, они сильны. Но они стиснуты между морем и рекой, и отступлением отрезано. Сколько, по-вашему, у них человек? Я дважды был в городе. Вероятно, около 1000. Здесь, в лесу, у меня 300 воинов, еще 700 идут из Кэтли и вскоре будут здесь. Готово. Быстрее. Убив этих несчастных, вы сами решили вопрос. Их хватит, со стороны искать, поднимется тревога, поэтому, милорд... Подойдите, Фолксган! По моему скромному мнению, у вас нет и часа в запасе. Да, милорд. В следующий раз, когда будет звучать труба, будьте проворнее. Милорд, я умоляю вас, не уходите один так далеко. Вы так неосторожны. Я давно заметил, барон. Он последний в битве, но всегда первый в разговоре. Впредь пусть будет иначе. Да, милорд. Послать в Кэтли надежного человека. Да, милорд. Поторопить этих мямлей. Я тоже думаю так. Надо захватить их врасплох. Клянусь распятием, Шелтон. Дело будет. Джон, скачи в Кэтли. Нельзя. Да, сэр. Выпускать врага из западни. Коня! Коня! Ричарду Шелтону. В этом бедном городишке либо вы станете рыцарем, а я начну новую жизнь, полную славы, либо мы оба умрем, не оставив по себе даже памяти. Но мы должны прославиться. Мы оба два Ричарда! Англия и Йорк! Будет моя главная квартира. И здесь останется резерв. Шелтон. Да, милорд. Я доверяю вам оборону нашей центральной позиции. Возьмите 50 стрелков. Нужно заманить врага в узкую улицу, где их конница не пройдет. Вы должны продержаться до прихода моих войск из Кэтли. Запомните, Ричард, исход битвы будет решаться там. Ступайте и заслужите себе рыцарское звание. Да, милорд. Мой талисман. Отряд! За мной! Иди за ним, Даттон. Если он окажется изменником, убей его. Но если ты убедишь себя в верности, головой отвечаешь за его жизнь. Ступай. Да, милорд. Тейлор, головой отвечаешь за обоих. Да, милорд. Ты должен разрушить баррикаду, и тогда я растопчу и свои конницы. А пока я подожду. За мной, проклятые лентяи! Вперед! Приготовились! Ну, ребята... Стрелы! Подиги! Подиги!
Полиция здесь не пройдет. Мы отходим. Англия и Ланкастер! Вперед! Чего стали, трусливые скоты? За мной! Не отставать! Денис Кэтли. Успели. Вы живы, Шелтон? Я доволен вами. Грязные скоты. Мой мальчик, преклоните колено. Ричард Шелтон. Я, Ричард Глостер, посвящаю вас в рыцари. Англия и Йорк! Англия и Йорк! Но не все еще кончено, сэр Ричард. Самое трудное впереди. Дорога на Лондон открыта, и этой победой я обязан вам. Мои звезды сошлись. Подумайте, сэр, чем бы я мог доставить вам удовольствие, честь или выгоду? Милорд. Жизнь и свободу этому человеку. Запомните, Шелтон, если мы будем раздавать помилование, нам придется вложить меч в ножны. Осмелюсь напомнить вам ваше обещание. Сэр, сегодня вы положили начало своей будущей блестящей карьере. Если вы будете настаивать, я уступлю, но клянусь распятием на этом, и кончатся мои милости к вам. Принимаю на себя все убытки. Дайте ему этого человека, остальных храбрых джентльменов повесить. Не люблю торговцев милосердием. Тейлор, сколько людей вы потеряли? Около 50 его. Вперед, на Лондон. Где? Сэр Ричард. Ты свободен, мастер Хэтч. Прощайте, сэр Ричард. Да хранит вас Бог от всякого зла. Желаю удачи. Да, сегодня вы хорошо сражались за Глостера, а еще лучше за самого себя. Я приставлен герцогом следить за вами. И если бы вы отступили, мне пришлось бы прикончить вас. Но так как мне такое поручение не по душе, я вам все рассказал. Да, наш герцог храбрый малый, но каждого, кто не исполнит его приказа, убивают. Люди пойдут за таким вождем.
С радостью. Он строго наказывает, но и щедро награждает. Он не жалеет чужого пота и крови, но и не щадит себя. Мастер Хэтч, где Джоанна? Час назад я видел ее в доме у сэра Дэниела. Картер, где Джоанна? Сэр Дэниел сбежал, а я... Картер, где Джоанна? Она с ним. Берег моря, скорее. Стой! Дик, пустите меня! Дик! Дик! Ну что ж, ты сам выбрал свою смерть. Проиграл, Дик. А я выиграл. Брось дубину. Ну? Сатана.